Концертную программу «Россия миру» презентовали в рамках культурной программы ВЭФ «Владивостокские сезоны». Познакомиться с богатым культурным наследием страны гости фестиваля смогли на центральной площади дальневосточной столицы. Открылся концерт сольным номером примы-балерины Мариинского театра Надежды Батуевой. Сразу после этого состоялось грандиозное флаг-шоу «Все флаги в гости к нам». Также прозвучали произведения русской и мировой классики в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра Краевой филармонии и солистов приморской сцены Мариинского театра. Для жителей и гостей Владивостока выступили сводный хор Владивостокской епархии, детские творческие коллективы, приморские артисты, а также гости из Пекина. Праздничной программой «Россия миру» Владивосток открыл серию мероприятий, которые в последующем будут проходить не только на территории страны, но и за ее пределами. Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» будет проходить до 8 сентября.